monster. Wild monster. Могу сказать, что есть какие-то барьеры. Мне кажется, основной барьер для людей – это найти просто то, что они реально любят. И как только вы найдете это, дальше все будет складываться само собой. На этой выставке очень много позитивных примеров таких, когда ребята, не знаю, интересуются мотоциклами, начинают делать какой-то кастом-магазин, ребята интересуются модой, начинают делать футболки, что-то еще. Мне кажется, вот Face and Lace в этом очень показательно, и я рад, что все больше и больше таких людей появляется. 4 года назад я начал этим заниматься, приобрел себе автомобиль, начал с ним пробовать что-то делать. Сначала начал с посадки, то есть занизил автомобиль, вот, потом купил себе диски, поставил их, вот, и все равно было что-то не то. Я начал смотреть более глобально, начал равняться на европейские проекты. Вот, и потихоньку у меня как бы это все получалось, осуществлялось, вот. За год владения машиной я считаю то, что я много чего достиг. В России на самом деле эта культура появилась совсем недавно. У нас занимается 20-30 человек. Я представляю галерею ВА. Наша главная цель – это развивать, поддерживать, находить и создавать современное актуальное искусство в России. Сегодня у нас в инсталляции участвует огромная пинка. Это Pinky's Dream проект, который символизирует совокупность иллюзий и, в общем-то, инфантильность, которой мы сегодня решили побороться. Это та инфантильность, которая переходит за грань, которая не позволяет освободиться, которая держит тебя в каких-то снах, в иллюзиях, в детских нежностях, и не дает тебе возможности целостно, не знаю, ощущать этот мир, себя пробовать, двигаться и, в общем, развиваться. Я стремился, я работал на кого-то давно еще и понял, что не стоит работать. Если ты хочешь быть хорошим, тебе надо заниматься именно тем, что тебе нравится. То есть делать это, делать то, 5-10, это все будет как-то, мне кажется, среднее. Не на крутом уровне. А ты выбираешь для себя стиль, близкий тебе. Вот, ты на нем заморачиваешься, как бы добиваешься какого-то прогресса, все время совершенствуешь, ищешь новые пути. И вот ты вот именно этот стиль свой развиваешь. И к тебе уже приходит именно потому, что хотят татуировка именно от тебя в твоем стиле. Я 15 лет катаюсь на скейтборде, уже 16, и все начиналось, не знаю, как у всех, все там тусовались, слушали музыку, все были на хип-хопе, в широких штанах, и где-то у кого-то появился скейт, я так попробовал, показалось, мне очень понравилось. А потом случился исторический момент в моей жизни, поездка в Европу со школой, и нас привели уже все последний день, дети, идите, покупайте себе подарки, все, что вы хотите, то, что последний день, тратьте все деньги. Там было 2 магазина, в одном продавался скейт за 50 евро, а в другом есть такой музыкант Мистер Ройза, такой Флэт Эрик, желтая игрушка, Флэт Пит, который сосиски курил. И я ходил между 2 магазинами, думал, что купить эту игрушку желтую или скейт. Короче, ходил. И в результате закрылся магазин с Флотериком, и мне ничего не оставалось, как купить скейтборд. Вот, в принципе, с того момента изменилась моя жизнь. Я постоянно катаюсь на скейте, работаю во всяких компаниях, так или иначе связан со скейтбордом. Здесь у нас стенд Dream Car Store. Собственно, это такой стенд про американские машины. Суть нашей тусовки заключается в тусовке. Целиком и полностью мой проект, который я там придумал себе пару лет назад, вследствие того, что, собственно, я увлекаюсь этими автомобилями, это стало... Не мешает у тебя дети такого? Да как нет, как сказать. Не знаю, как бы. Я просто нахожу в этом, может быть, поддержку, какое-то вдохновение. Плюс я делаю, опять же, в рамках этого проекта Dream Car Store, я делаю такое, типа, интернет-видеошоу со своим средним сыном. Только плюсы от семьи я получаю в этом плане.
я коллекционирую пластинки и пытаюсь как-то в себе это дело сохранять и периодически дарить людям радость этой музыки, организовываю различные вечеринки, где я играю как диджей или привожу какие-то коллективы. Сложностей никаких нет, собственно говоря. Время находится очень просто, оно есть или его нет. Я живу такой жизнью в гармонии с самим собой и считаю, что это самое главное для любого человека. Я очень люблю то, чем я занимаюсь, несмотря на то, что очень много сложностей, и ты очень часто чувствуешь себя как полное говно. Вот, но как бы в целом все очень круто, потому что ты создаешь продукт, ты за него целиком отвечаешь, и это безмерно клево, когда кто-то подходит к тебе и говорит о том, что это очень круто, и классно, что ты это делаешь, и это придает сил.